17 июня на улице Володарского около 16:30 произошло даже транспортное происшествие. Наезд на женщину 62 года рождения автомобилем Volkswagen Touareg, в результате которого впоследствии в лечебном учреждении пешеход скончался. В ходе первичных объяснений водителя автомобиля Volkswagen Touareg, по его версии, он двигался по улице Володарского, выехав на нее с улицы Жигарева от Академии ПВО с небольшой скоростью. При этом пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте и по непонятным причинам оказался у него под колесами. Водитель якобы остановился сразу, стал оказывать помощь. Впоследствии на месте опергруппой был установлен автомобиль, который был припаркован на улице Володарского, в котором был работающий видеорегистратор. С помощью этого видеорегистратора установлены действительно настоящие картины дорожного транспортного происшествия. По всей видимости, водитель Volkswagen двигался по улице Володарского в прямом направлении с достаточно приличной скоростью, с учетом, что перед этим установлены лежащие полицейские, так называемые искусственные неровности. Наезд был совершен на стороне дороги, принадлежащей движению во встречном направлении. То есть водитель выехал на встречную сторону дороги при наличии двух сплошных линий разметки. Пешеход попал непосредственно под автомобиль Volkswagen, то есть он протащил некоторое время пешехода, после чего, остановившись, сдал назад и как бы этим изменил картину дорожно-транспортного происшествия.